Смотрите, какой красивый закат. Это остров Маэ, пляж Палане. Красиво, с ума сойти. Сказали привет. Так, быстро все? Понятно, все очень заняты своими соцсетями и снимают тоже красивый закат. Поэтому не судьба. Красивые сейшельские закаты. Вот как-то так. Все просто зависли адских телефонах. И октопус сидит, резиночками играется. Че, тебе весело? Да. Класс. Ну ладно. 7 вечера на Сейшелах. Вот это наша площадка дома 2. Мы находимся на другом острове. Вот там стоит яхта. Вон, видите, да, вот этот фонарик. Это вот океан, как бы. Вот я вам на него еще. Что я вам хотела этим сказать? Что если на Сейшелах стемнело, то не видно ничего абсолютно. Что за амиго? Ой, прости. Опа. Это маечка, ее ножка. Так, а это что за человек? Почему он утащил матрас с лежака? Ну, пожалуйста, убей его. Ну, пожалуйста. Посмотрите, где он? Подожди, вот он. Огромный, он на меня смотрит. Не надо. Просто наступи на него. Чуть-чуть да. Надо полюбить. Да он, смотри, он на меня идет. Ты что, прикалываешься? Что ты испугался? Убей таракана. Он на тебя пошел. Он начал нападать. Где он? Тихо, где он? Вон он лежит. Давай. Он тебя просто напасть решил. Вот он. Огромный. Он сейчас полетит! Он крыльями машет! Давай скорей! Гаси его! Давай! Давай! Беги на него! Не бойся его! Да, потом пол ноги отпустит. Ты можешь в мою сторону стартанет. Куда бежать? Смотри, смотри, разгон берет. Да-да-да. Смотри, он уже хромой. Давай, пока он не восстановил силы. Мочи. А ты поняла? Так, сторис, все, 15 секунд. Давай. Нет, не хочу понимать пока. А мне кажется, это летающий таракан, мать. Ну, вообще-то это он и есть, как бы. А, это просто таракан? Да. А, господи. Он выжил. Нет, ну. Все, ты молодец. Страна будет тобой гордиться. Ты спас остров. Слышь, спецназовец таракана испугался. Спецназ, говорит. Прямо сейчас в сторис я разыграю платье. Ждете? Чем сегодня порадовали вы себя? Мы вот с Лешей сделали масочки. Леш, ну-ка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте. Надо, видите, можно и себя порадовать, и мужчину своего приобщить. Правда, это он меня уговорил маску делать. И, короче, пришла и сказала ему, все, пошли делать маску. Он долго сопротивлялся, но мне же не отказать. Слышишь, я думала, мы просто так насчет Бэтмена прикалываемся. Можешь повернуться? То есть ты реально Бэтмен? Город в опасности. Заколочки. Короче, вот такая ночная движуха какая-то происходит у нас в доме. На самом деле, я долго сопротивлялся, но все-таки вот такая вот фишка. Ты не сопротивлялся. Я не хотел. Ты меня уговаривал сделать тебе эту маску. Я был против. Я честно был против. Похож на Бэтмена? Да.